Приветствую вас. Мне бы хотелось, конечно, обратить ваше внимание на то, что вы не задаете свой вопрос. Вот, то есть вы не пишете его, но по описанию похоже, что вы были в созависимых отношениях. Вот по описанию очень это похоже. Вот, по описанию похоже, что вы в отношениях были ради себя, то есть вам, ну вот именно вам в отношениях что-то нужно было. Вот. Обижайтесь. Пожалуйста. И, соответственно, вот вы, значит, это пытались получить. Вот. Ну, не вышло, правда. То есть вот, что важно, да, то, что не смогли вы получить вот то, что вам хотелось, да, не смогли вы в отношениях получить то, что вам было нужно, вот, и, значит, по итогу просто вы расстались, вот. Хорошего, конечно, в этом ничего нет, безусловно. То, что вы расстались, вот, хорошего, ничего, безусловно, в этом нет. Ну, вот, ну, а нужно разобраться с тем, как вообще вот так получилось, что вы в этой ситуации вот в целом оказались вообще. Вот, нужно разобраться с тем, как получилось так, что вы такие отношения построили, что вы были в таких отношениях, как получилось, что вы страдали, терпели оскорбления и всякое такое. Вот. Возможно, только возможно, не говорю, что это прям наверняка, но возможно. А здесь есть проблематика, определенная проблематика личных границ, самооценки, вот, и так далее. Ну, возможно, конечно, трудности в чем-то еще, в чем-то, о чем вы здесь не пишете. Вот. Ну и если честно, такая потерянность, это, конечно, следствие травмы, безусловно, то есть это понятно, да, что вы травмированы в этой ситуации в целом, вот, и, но опять же, это возможно благодаря тому, что вы слишком сильно своего молодого человека вкладывали, возможно, да, и слишком сильно в нем растворяли, вот. И задача здесь ваша в том, чтобы понять, как вы к этому пришли, вот, то есть не обвинять себя, да, а именно вот, понять, как вы в эту ситуацию оказалось. Потому что первые отношения, идеализация, это все понятно и так, но у вас это вот, довольно болезненно было. И у этого есть свои причины. Вот. Так что разобраться в себе, в том, что вам важно, и подкорректировать свою жизненную позицию так, чтобы подобное больше не повторялось, вы вполне в силах. Вот. Главное, чтобы было желание этим заниматься. А пройдет там и для чего опыт научить бесконфликтному общению. Вот. Все это возможно. Удачи вам. Всего самого-самого доброго.